Всем добрый день! Меня зовут Динара Назырова, я дизайнер-декоратор. Сегодня я нахожусь в таком красивом месте на Черном море, на красивом пляже, и хотела с вами поговорить на тему материнства и бизнеса. Вообще в моей голове родилась такая идея, что можно сделать даже такой мастер-класс, да, для девушек, потому что после проведения скайп-консультаций, на которые, кстати, вы можете записаться ко мне просто личным сообщением, в любом профиле можете выслать запрос, я вас запишу. Так вот, на скайп-консультациях я часто разговариваю с девушками, у которых есть дети, маленькие, старше, да, и которых это тормозит. Они говорят: вот, у меня же ребенок, как я там буду вот это, да, работать и так далее. Блин, даже если у вас трое, четверо детей, можно делать любимое дело, можно заниматься бизнесом, можно заниматься творчеством, можно продавать свои товары, услуги. Можно даже это делать самостоятельно, без поддержки там мужа, партнера и так далее, как это делаю я. Поэтому вообще это совсем не страшно, это все можно. Есть куча всяких вариантов. Детские сады, няни, там всякие помощницы, да, по дому и так далее. На самом деле главное просто перебороть эти стереотипы, перебороть вот эти вот устоявшиеся, да, так скажем, какие-то вещи, когда люди думают, вот, оставлять ребенка там чужому человеку и так далее. То есть это не страшно, это можно, просто главное правильно спланировать свое время, главное правильно построить свой график таким образом, чтобы вам было удобно. Вот. Ну и в первую очередь, конечно, не забывайте о себе, не забывайте о ребенке, конечно же. Вот. Но для меня нет барьеров, то есть я родила и сразу же пошла на работу, у меня всегда были помощницы, там няни, в частный садик он пошел где-то в год. Вот, поэтому сейчас я без проблем летаю, езжу, то есть есть различные варианты, да, с кем можно оставить ребенка, можно его взять с собой. В Грузию, например, мы летали вместе, в Турцию вместе на работу тоже. Вот, поэтому проблем нет, есть только удовольствие, есть удовольствие от материнства, от бизнеса, от творчества. Вот, ну а как это все совместить, как это все можно сделать, я, конечно же, вам обязательно расскажу. Подписывайтесь на меня в соцсетях, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал YouTube, в Инстаграме. Ну все, всем пока-пока.